Всем доброго времени суток. Принесли комп на ремонт, который напрочь отказывался включиться. В этом выпуске я покажу, что и как нужно делать для того, чтобы выяснить причину неисправности и в последующем исправить ее. При попытке включить компьютер видно, что ничего не происходит и слышен один длинный сигнал. Для начала смотрим материнскую плату, нас же интересует фирма-производитель и модель. Далее заходим в поисковик, вводим то, что смотрели, заходим на сайт и ищем производителя BIOS'а. Теперь, когда узнали производителя, снова создаем запрос и можно просто прописать один длинный гудок BIOS, и в моем случае это они. И один длинный гудок в основном означает, что вся проблема в пыли, это уже почти готовое решение. И кстати, на других производителях почти то же самое, а значит следует продуть пыль. Я же просто очистил оперативную память и гнездо под нее, дабы проверить. И все прекрасно заработало, а так как BIOS ушел в защиту, решил и там немного настройки подправить. Вот и все, надеюсь кому-нибудь пригодится, что я здесь показал и рассказал, а лучшая благодарность это лайк и подписка. Ну а я с вами прощаюсь и до скорых встреч. Всем удачи и хорошего настроения.